Йоу, всем привет, дорогие друзья, здравствуйте. А это The Front, мы продолжаем обозревать эту игрушечку. Продолжаем смотреть, что да как сегодня было какое-то в ней обновление, но очень маленькое, незначительное. Так, мы немножко тут развились, я так без стрима побегал после того раза. Нам надо вот что сделать. Но нам... резину мы умеем добывать. Теперь нам нужно кожаный термошлем. Нам нужна кожа. И очень в большом количестве. Так. Если что, высветлю. Но, по-моему, не так уж и темно. Мы отстроили все-таки хатку. А, ну мы при вас еще, по-моему, вместе строили. Мне не нравится, что здесь нельзя поставить подпорку. Ну да ладно. Так, нам нужно будет, кстати, стоять. Давай посмотрим, что у нас здесь имеется. Маленькая охлаждающая сетка, защита от тепла плюс 2, защита от холода минус 2. А может размещаться на верхней одежде и штана. Ух ты, глянь. Ну, ладно, мы не будем пока это делать. Она нам особо нужна. Карман. Это все деревяшки. Я хочу... выйти в новые технологии. Кстати, мы скрафтили ружье. Не сюда. Во. Теперь у нас есть двустволочка. Не знаю, насколько она мощная и насколько она не мощная. Так, давай посмотрим наши технологии. Мы вышли в медный слиток. А пализатор. Я не знаю, что это за херня. Ага. Резину мы можем сделать. Кузнечный стол. А где нам кожу сделать? Вот что мне интересно. Так, подожди. Это дальше, что ли, еще будет? Интересно. Возможно, кстати. Так, давай тогда... Подожди, а что у нас вообще внутри есть? Графит. Это надо выложить, кстати. Я не знаю, почему я это оставил. О, тихо, не выложил. Так, у нас есть ящик. А, мы сюда, кстати, еду положили, и это все сгнило. А, еще вопрос такой. Короче, надо заходить в игру постоянно. Ну, просто иначе все это дело как бы похерится, видишь? То есть у меня жратвы сейчас на данный момент совсем нет. Это очень... А, это пока выложим. Ну, шину оставим, мало ли мы где-то будем падать. Так, сортировку сделаем. Так, вода, патроны, стрелы, веревка. Очень, кстати, много. Так. Да, и у нас вода только есть. Подожди, с собой есть вода? Есть. Что у нас по воде? А, я извиняюсь, дико, потому что ну, никак кашель не проходит, собака такая. Так, значит, смотри, что мы можем сделать. Автомобильный завод мы можем сделать. А, нам нужны медные слитки. А медные слитки где у нас изготавливаются? Подожди, только что мы в навыках, по-моему, видели. Вот. А, в каменной печи. Ну-ка, пойдем, чек. Чё? А где мои печки? А, я же их снес. Охеренно, нам надо печь сделать. А как ее сделать? Вспоминаем. По-моему, здесь. Так, вообще я сегодня... Да, вот. А, вообще сегодня я хотел позаниматься... А что не так? Две штуки. Позаниматься не этим. Точнее, как не этим. В общем, рассказываю. Вот он я. Я когда ходил за дропом, я обнаружил... вот это, наверное, да? Блин, я обнаружил одну пещеру. Помните, на стриме мы воевали с одним из чуханов, а потом их было много. Сейчас у меня есть дробаш, я хочу ее зарейдить. Блин, подожди, я же на нее метку ставил. У меня есть метки. Да, это дом. Я же... А, подожди, я не стал ставить. Ладно, сейчас по местности разберемся. Это я помню. Где мои печунки? Печушки, печушки. Вот они. Пойдем поставим. А то что-то мы как-то из технологий чуть-чуть выбились. Было обновление. Честно сказать, не знаю, что они сделали. Может быть, переносить можно? Хэзэс, нельзя. Так, у нас какая-то стена еще осталась. Так, ага, мы теперь медный слиток можем готовить. Так,
Давай стенку мы тоже дропнем сюда. Нам нужны что? Блин, у нас дров-то нет. А где-то у нас был кто-то камень. Мы же медь рубили тоже. Смола, железная руда. А, подожди. А, вот она, медная руда. Все, железную пока нам и откладываем. Так, значит, что нам нужно? Нам нужно поместить. И дрова, да? Где дрова? Вот они, дрова. Дрова сюда. Дрова ни хрена, не сюда, да? Да. Подожди, мы выбираем рецепт. А почему у нас ноль? Подожди. Нет, сюда нельзя, сюда. Во, появилось. А дрова? Я просто не понимаю, что это значит. Панель еды из последователя. Не понимаю. Так, давай из всей сделаем. Все, 36, да, можем сделать. Так, активация. А вот активировать. Изготовить. Вроде поперло. Так. Давай слиток сделаем еще тогда железный. Где у нас руда? А, железная. У нас еще свинцовая руда есть. Давай тогда пока это пускай будет плавиться здесь. Где у нас оставшиеся бревна. Так. Поперло, да, получается? Все, это пока работает. Мы уходим. Как раз у нас рассвело. Кстати, у меня есть автомобиль. Давайте посмотрим, как реализовать можно. Вот он. Или пока не будем. Ладно, давай пока не будем. Так, в общем, нам нужно идти за водой и за едой. У нас рассвет как раз. Ай, красиво, как мне нравится. Пойдем. У нас есть лук, у нас есть копье. Топор, кстати, мы нашли, я его не крафтил. Хотя, честно говоря, я это могу сделать. Давай попьем, кстати, отсюда. И нам надо костер будет в дом перенести. Насчет воды. А, оно заполнено. Заберем тогда половину. Не понял. Здесь было 10, я забрал, у меня стало... А, вот 10. А это откуда тогда? Мне не надо. Не, это мы... А, у меня была вода, видимо. Анимация питья есть, мне нравится, как это сделано. Прикольно. Так, у нас есть определенные дропы, да? Ладно. Вот этот ресурс для нас сейчас очень важен. Пока у нас деревянная изба. Такая музыка прям вообще расслабляющая, успокоительная прям. Кстати, мне нравится то, что они так сделали. То, что играет музяка. Но если вдруг какой-то шухер, то она переключается и начинает такая тревожная быть. В общем-то. Так, ладно. Значит, по дороге собираем ресы. Нам нужно выйти, я так понял, в уровень следующий. Блин, я даже не посмотрел, сколько народу сейчас на сервере. Так, ладно, у меня уже хлава закружилась. Пойдем. Это что такое? А, это дерево. Так, смотрим. Подожди, нам туда тогда. Получается, значит, это вот эта пещера. В общем, сегодня я ее хочу зарейдить. Мы постараемся это... Кстати, помидор мы взяли только что. А, у нас еще есть ягоды. А ягоды нам, по-моему... Ягоды что дают нам? Воду. Не пойдет.
Так, мир тап. А как пере... Зачем мне это? У меня все время... У меня же не было вроде бы этого чата. О, еще помидор. О, ушел. Он мне не нужен просто на самом деле. Хорошо, ладно. Мы можем уже, кстати... А, бля, я думаю, я уже испугался. Думаю, как так, только что видел ее вроде бы. Это медь как раз-таки. А нам надо ее много. Блин. Что ж ты будешь делать-то? Так, хорошо, у нас день. Особо зацикливаться на всем этом не будем, потому что у нас другая миссия. Нам надо зарядить эту пещеру. И посмотреть, что у них может быть вкусного и интересного. А это что? А, это железная руда, окей, хорошо, отлично. Забираем. Так. Это камень. Камень нам будет в дальнейшем очень нужен. Когда мы выйдем в технологию каменных стен. Так, опа. Хотя нет, сначала лук. Сколько у нас? Ёшкино-матрёшкин. Подожди, нам надо сделать стрелы. У нас нет дерева. Ой. Хорошо. Не-не-не-не, не то. У топор у нас вообще мощнявый, пожарный. Я его могу скрафтить, но я его нашел. У меня только один вопрос. Чинить его как? Так же, как все остальные предметы? То есть, не только что для него нужно будет? Если, допустим, для него надо будет для починки, там из чего он изготовлен, ну, там железный слиток, допустим, то это аналогия спёрта полностью. Может быть, в рафте так? Я не знаю. Куда сто? Как остановить? А, все, скипнул. Куда ты столько? Совсем, что ли, дурной? Подожди, нам надо... Ага. Стрел он собрался столько готовить. Ну, двадцаточку сделаем. О, пойдет. Так, тут можно что-то лутануть? Отлично. Так, все, да, получается. Кстати, у нас есть прицеливание вот так, а есть еще как-то вот он по-другому стреляет. Даже если мы сейчас выстрелим, да? Да. Ладно, не надо больше нам стрелять, все, хватит, побаловались, достаточно. Так, вон эта пещерка наша. Но это она, правильно я угадал? Да, все верно, на. Так. Нам теперь надо выбрать тактику, стратегию. А сколько у меня? 16. Ах ты, боже мой. Предлагаю начать с лука. Ой, вот что-то мы как-то закрафтили очень много стрел. Вот этот, который тут бродит, ходит, муть наводит, мы его сейчас так прихерачим. Что у него там в руках? Сука! Да ну на! Давай бежим! А слушай, там под ногу, да, вышло? Бежим. Это, короче, не зомбари, а как-то мутанты, что ли. Хорош, въеблетину. Блять, нет въеблетины. Извините. Они очень сильно бьют, кстати. Меня уже один раз отъебали. Вот этой киркой. Беги, 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 друг! Бля. Там еще вон сзади, я вижу. Вон он. Ах ты такой подлец.
Бля, очень долго выходит отсюда. А у него что? А у него пистолет. Ну давай теперь, ладно. А, понял, по одной выстрелют. О! Да си... Ах ты собака. Пошли. Все, пацаны, зря. Зря. Так, давай поедим. Тут перец я увидел у него. Острый. Бля, острый. О, ты понял? Понял. Пошли. Сейчас мы вас будем драть. Так, я целый. А, меня въебал он все-таки чуть-чуть, да? Так, у нас 14-16. Наша задача зарейдить их всех. У меня, кстати, где-то был молоток. Вот. Ах ты, блядь. Короче, самый... А, он не попал в меня. Как фундамент нашел какой-то, походу. О! А при перезарядке... Мы не бежим, да? Короче, потом их полутаем. Ты че в натуре, блядь, а? Как промазал-то? Брат, 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 брат. Еба. Там какой-то щитом, видал, хуй еще есть. Так, сейчас, подожди, я твоих пацанов облутаю. Я надеюсь, они не пропадают и не ресуются повторно. Еще где-то, да, был, по-моему, или нет? Даже мы здесь хуйнули. Тут забрали. Все, наверное, да? Блять. Ай, бежи! Беги, блядь! Он, когда, короче, он выходит с этой всей херни, он... Да ты стрелять ты будешь, долбоёб! Я не хочу просто выходить на него с копьем, потому что он меня разъебет. Она его затормозит, ну, блядь! Мне не нравится вот это вот, то, что он, блядь, после выстрела, он как долбоёб еле и ходит. Иди нахуй от меня, отстань. Че тебе надо, блядь? Вообще иди работай, руду копай. Бляха, мух, я ж ему в морду кинул. Нихера я от него убежал далеко. Слушай, с них рецепты падают, это вообще четко. Так, сколько стрел? 15. Я хуею, если они резнулись там все. Блин. Что делать-то? Они меня толпой убьют. Даже на дробовике мало. Нихера, зарядить, чего я хотел? Шахту? По-моему, я немножечко ошибся. Где тут был, блин? Они по одному выходят? Блять, вали, вали! Короче, нет, я ошибся. Мне надо патронов сюда, на дробовик, мешок целый. И только тогда можно будет с ними воевать. Сейчас бесполезно. Это я что-то и выдумал себе такое. Не есть чё, блин. Блять. Отшельник с киркой называется. Короче, им просто въеблять тоже толком нет стрелять, походу. У неё что-то шито нарисовано такое. Непонятно. Подкова, блять. Да, отчасти. Да, блядь, ты заебал, слышь, отстань от меня. Не-не-не-не-не, это так дело не пойдет.
Я больше чем уверен, что они начинают восстанавливаться. А если они будут восстанавливаться, сколько я тут сутки буду с ними ебашить? Нам надо что-то... У меня лук уже пизда. Как отремонтирую, починить? А, все, нажал, и она сама чинится. Заебись. Это мне нравится. Так, извините за мой французский. Так, в общем, ладно. Я предлагаю эту затею оставить пока. Пока. Вот сюда встанем, чтобы нам обозревать. И смотрим, где патроны. Патроны, патроны. Я могу патроны посмотреть, как делаются патроны. 12 калибр. Так, железный слиток нужен. Все. Наш приоритет теперь, в общем... Ты вообще, что ли? Железо идем, делаем, короче, патронов кучу и идем рейдить эту пещеру. Так что все, пока отменяется. Блин, а как же покушать? А вот покушать это... У нас есть что-то, мы у них взяли? Арбуз. Арбуз — это вода? Это вода. Я не знаю. А, перец острый нельзя сожрать. Что арбуз нам дает? Воду, да? Пошли тогда, короче, сейчас что мы делаем? Помидор сейчас съедим. Потому что мы без еды, мы помрем. А у нас я не вижу, чтобы была еда. Короче. Не получился у нас рейд. Но у нас еще есть немножко времени. Поэтому что мы делаем? Мы сейчас... Нам надо найти оленя или кабана. В общем, кого-то из живности завалить, чтобы у нас была хавка. Почему с них еда, кстати, не падает? Они не кушают ничего. А, ну если взять... Ух ты, ничего себе. Я такого не видел. Если взять в расчет то, что они какие-то там зомби... Они не зомби, они какие-то, как же было в описании, мутанты, что ли, или как-то так. Так, ладно, пошли найдем кабана. Я точно знаю, что дальше где-то там были животные. Там оленя ловили, он леса чекается. Это мой костер, кстати. И он мне сейчас, скорее всего, пригодится. Я дико извиняюсь. В игре сейчас проходит не акция, а как бы это сказать правильно. Забыл. Ивент. Блять, он меня лягнул. Собака такая. Он мне, видишь, отвечает взаимностью. Копье у меня полное говно. А, так он меня... Не, подожди. Блять, ты чё, брат? Он все равно разворачивается. Меня сейчас кабан заебашит. Вы чё, совсем издеваетесь надо мной? Отстань. Отстань нахуй. Добрый вечер, блять. Да, мне оставалось совсем чуть-чуть, прикинь. Короче, копье у меня вообще говнище полное. Я не знаю, для чего оно вообще существует. Надо выходить на более тонкие технологии. Все, валим теперь отсюда. На его выкину, короче. Но это будет позже. Так, а где я костер свой видел? Так, леса. Не здесь. Блять. Вот, наверное, вот этот камень. Нет. 27, блин. Я про и только что видел, и все, и все. И просирано, блядь. Я не хочу создавать новый. Придется, походу. Да, да, это дальше. Я пробежал уже. 25, ладно, я думаю, мы на этом добежим. Если ты уставать, конечно, не будешь, морда наглая.
Так, а мы что-то миссии даже позабыли. Изготовьте одинарный карман, снарядите. Ладно, этим сейчас мы займемся. Сначала наша задача. Так, порох, порох, порох. Надо вспомнить, еще порох делается. Господи, боже мой. Давай, ну ты вообще застал. А-а-а, ёшкина матрёшкин. Я про стамину забыл. Это, а я на него ругаюсь, да, получается? Так, не, не будем колотить. Колотить, точнее. Бежим. А я на него ругаюсь, правильно, хули. Правильно, каждый удар, каждое действие, оно берет сил. А потом надо восстановить. Поэтому я сразу убежать не могу. Ну, то есть отступить, да, так сказать. Тактически отступить. Потому что, правильно, я натянул тетиву, я выпустил стрелу. Ему же надо передышать, по сути, да. Тем более мы делаем такой хороший замах, как сказать. Натягиваем по полной. Вот, нас бы никто, кто-нибудь не натянул. Ну, в этом месте я только видел одного чела. Ну, как, я вообще не видел, а видел постройку. Но это было где-то вот возле реки, там на той стороне моста. Вот, там дом я видел. Но, по-моему, это PvP-шный сервер. Или, нет, не PvP, это, наверное, PvE-шный сервер. Это, скорее всего, да, я вышел на PvE-шный сервер. Я что-то не обратил внимания сейчас. Ладно, посмотрим потом. Ну, ничего даже страшного об этом, потому что сначала нам надо разобраться с самой, блядь, где мой вход. А, мой дом-то вон он, ёптать. Батенька, блядь, да вы даже не знаете, где живу, надо указатели ставить. Здесь можно, кстати, ставить указатели, а, точнее не указатели, а размещать, давай здесь поднимемся, доску рекламную, по-моему. Мы в нее выходили, где-то я видел, вот, доска объявлений, точнее. А, подожди, она, наверное, да ёптать, она прикрепляется... К стене, наверное. То есть не на стол, не на столбике. Было бы на столбике, можно было бы себе дороги тут выстраивать. Так, наш костер. Кстати, наш костер. Где там светит песню, знает кто? Разжечь. Давай его удалим тогда и дома сделаем себе уже нормальный костер. Все. Нам дали? Да, нам дали за него. Ой-ой-ой, мы прям не успеваем. Ну а чё, ягодки меня никак не подхилят? Точнее, не прибавят? А, я прибавляю. Ягодки прибавляют всё-таки хавки, но немного. И питья, давай, это хорошо. Пока у нас оно есть, вот сейчас всё съедим. Кушай, кушай, дорогой, кушай. Вот молодец, умничка. Вот хороший мальчик. Так, а где бы нам... У нас дрова кончились, я знаю. Ну давай, чтобы по технике. А нам нужен же вытяжка, да, такая, чтобы уф. Уф. Уф, а у нас ее тут. Уф. Нету. Ладно, похрен. Здесь костер поставь. Смотри, мы с них еще шкуру набрали. У нас 100, да, только деревяшек. Блин, маловато будет. Ну ничего страшного, ладно. Так, устанавливаем. Отворяем. А мясо где? Мясо. Мясо добавляем. Выбираем. Изготавливаем. А, разжигаем и готовим. Хорошо. Так, а что здесь? Еще есть. Сюда нужна древесинка. Где древесинка? В глаза не вижу. Сюда? А, вот сюда. Да, ладно, давай уж так. Активация, железный слиток. Поехали. Так, сюда. А, половина где была? Так. Activation, а, медный слиток. Full, окей. А это хера перец-то? А, мы еще тут хавку можем готовить. Так, берем еду. Сейчас последний сделается, мы костер за это затушим. Пока давай съедим. А,
А, в смысле, все кончилось, да? Ммм, как вкусно. Как же вкусно. Давай раскидаем теперь все по своим местам. Так, это у нас здесь. Это у нас здесь. Что мы еще сюда можем сбросить? У нас нет ничего больше такого прям. Ух. А сюда мы можем сбросить, кстати, вот перец. Это глина. Подожди, у нас такое уже где-то было. Вот, да, есть. Глина, шкура, песок. Кость. Каменный фундамент есть. И лопата. А, лопата, это уже скрафченная. Это вот сюда, фундамент мы сюда перекидываем. У нас еще две. Откуда у нас? Мы же выложили сюда, нет? Хм, странно. Так. Вот. Потом. Наверное, все. Это мы сюда. По-моему, вот это вот нам надо. Так, и нам теперь что нужно? Нам теперь нужно скрафтить патры. Патры, по-моему, вот. Порох нам нужен. Порох — это химический элемент. Вот. Для него нам надо... Ай-яй-яй. А это что делать? Вот нам что нужно. Блять. Извините. У нас ее вообще, по-моему, нет, да? Да. Блин, мы не сделаем патры. Это шмот. Это не то, это аптечки. А как же нам тогда ее поискать-то? Пойдем поищем. Что у нас по времени? 7 часов, типа. Темно, туда глянем. Не особо. Давай пойдем поищем. Я же где-то нашел. Слушай, мне нужен холодильник еще здесь. Закрой дверь-то. Но я не знаю, где, как это вот в технологиях я не нашел. Так, нам нужна, значит, кирка. Что у нас по кирке? Давай ее сразу отремонтим. А, блять, у нас нет ничего. А что для нее нужно? Может, это дерево? Мы сейчас посмотрим. Так, смотрим. Камень и дрова. А чё, мало дров, что ли? А она у нас зеленая, да? То есть у нее больше ресов надо, что ли? Играем на Европе, ну и на европейском сервере, я имею в виду. Я не знаю, русские есть сервера, интересно. Ну, он и чинит, нет? А, мы уже отчинили. Блять. Ну, на это только я способен, базара ноль. Это что у нас? Камень, песок. Так, это лопата нужна. Лопату я с собой всегда ношу. Именно для этого. Сырая нефть. Сырая нефть. Блять. Это не то. Это что? Да блин, почему у меня... Да стой ты. Блин, свинцовая руда. А где же я тогда нашел ее? Это камень. Погоди, давай технологии посмотрим. Где это может быть? В технологиях? Вот это что за хуйня, еще надо узнать.
Стена со стрелами. А почему она у меня не это? Я не могу и выучить. Почему-то заблокировано. Эфирный осколок. Охуеть, я прочитал сейчас. Ебануться. Пиздец. Так, подожди. Кукурузная мука, суп. Это еда, короче. В чем прикол? Я не вижу здесь холодильника никакого. Вот еда, да? По идее, должна быть. А, смотри, у нас остальное-то. Понял. Так. Шмот. Какая-то нахуй термопрокладка, блядь. Сумка кожаная. Кожаная одежда. Подожди. Еда должна быть, то есть, ну, вот здесь же, правильно? Строение. Хорошо, посмотрим тут. Деревянная мебель. Стол-стул. Кровать. Что это такое? Это не то. Это строительство. Это уже дом, там прочая хуйня. Для рыбы. Корзина для рыбы. Поле. Ручной какой-то экскаватор. Это не то. Но это понятно. Пистоль. Ну-ка, в базовом. Не, ну это хуйня какая. Смола. Известь. Полизатор. То есть мне где-то надо эту руду искать. Опа-на. А это чье, блядь? Да куда ты, ёб твою мать? Ты что, блядь? Где у нас эта кнопка? На что на аж? Вот она. Владелец, блядь, я на тут китайцы играют. Я могу его разъебать? Я не могу разбить чужой этот. А, значит, это ПВЕ, сервак. Все понятно, ладно. Блин. Рейд отменяется, нам, ну, мне нечего делать просто. Патроны. А с луком я туда не пойду, это полная хуйня. Меня там они разъебут и даже не поморщатся, так сказать. У меня только один вопрос. Где я в тот раз нашел эту руду? Я не нашел, где ее можно из чего изготовить. Так, вот это отличается, да? Ну-ка, давай-ка, человек. Ну, это свинец, скорее всего, какой-нибудь. Блядь, да. Что, руда и камень. Блин. Проблема. Это то же самое. Что самое интересное, она нигде вот, ну, не показывает. То есть ее, видимо, только можно. Алло. Ее можно только, видимо, добывать. Ну, достать где-то, скрафтить ее там. А может, она в этих пещерах и есть, кто знает. Это медь. Давай, ладно, заберем. Извините, ребят. Хотел вам показать рейд. Но он не удался. Нам просто тупо не с чем идти туда. Ладно, давай побегаем тут. Пока у нас есть такая возможность. Слушай, блин, я не вижу этих дропов. Давай поищем. А где можно еще поискать? Я, кстати, вообще еще никуда не ходил в этом месте. То есть, поэтому, блядь, я даже... Мы куда пришли? Вот, видишь, чей-то дом. Возможно, это вот этого китайца дом.
трогать ничего не будем, потому что вообще даже подходить туда. А видишь, у нее стоит вот это. Ух ты, как там красиво, глянь. У нее тачка уже есть. Блин, обидно. Я почему-то думал, что будет немного проще. Оказалось, нет. Как холодильник, блин, сделать? Кто играет в эту игру? Может быть, кто будет смотреть из моих зрителей, кто-то играет в эту игру? Или кто-то, ну, как сказать, новичок на канале, да. Заблудший, грубо говоря, случайно попавший. А вон еще. А нет, подожди. Это не еще, по-моему, или еще? Давай здесь пошураемся. Блин, это, конечно, все вообще великолепно, превосходно, но... Но. Есть, да, но. Что это такое? Не, вот то, что на воде, это понятно. Это не постройка кого-то. Это тупо... Ну, там эти живут, NPC-шные черти. Вот. А дальше там видел такой здоровый замок, как будто. Скорее всего, возможно. Возможно. Да, жрать он хочет здесь вообще просто. Ну, скорее всего... Раз есть готовка, соответственно, значит, есть и что-то более сытный, да, какой-то продукт. То есть не вот то, что ты там животного отпиздил. Ну, я не знаю, ну, давай возьму. Я не знаю, просто зачем мне это все? Ну, может быть, для чего-то, ну... Короче, я не вижу смысла. Туда мы не пойдем, это форт чей-то. Там нас отыбут. Очень сильно, причем. Я узнаю. Я уже пробовал. Ощущения не из приятных. Ладно, валим домой, наверное. Да, на этом, да, заканчиваем нашу серийку. Извините, что рейд не удался. Но мы дальше прошлись, мы посмотрели, мы немножко разобрались. Утро. Ой, как хорошо. Вот. Тут на самом деле, чтобы выйти в технологии и наслаждаться, да, и геймплеем вот этим вот игрой всей. Вот видишь, вот то здание, это постройка, мне кажется, чья-то. Можно, конечно, вот сюда зайти, но... Нет, мы не пойдем. Мы не пойдем, нам... Видишь, я в тот раз-то ее нашел. Возможно, я нашел ее всего лишь просто в дропе. Может, там совсем маленький был кусочек. Потому что на сколько патронов мне хватило, я не помню. 16 патронов, по-моему, у меня было. Все, у меня голос садится, короче. Я уже говорить не могу нормально. О, солнышко. Здравствуй, Тресветлый. Так, мы к этому подходили. Это камень, да? Да. Просто непонятно, блин, почему ее нет нигде изготовить. Хотя, слушай, нам, может быть, надо поставить все станки, которые мы смогли, ну, изучить, да? И только после этого мы где-то что-то, может, какое-то... Ну, по сути, что это такое, если так-то взять? Подпор... Что? Нет? Блять, показалось. Наверное, да. Ладно, валим отсюда. Порох мы нашли, как изготавливать. Опа, стоять! Ну-ка.
Да ты чё в натуре? Это же камень мы перед этим сейчас джимбинили. Ах ты сучка! Понял. Но ее очень мало, видишь, падает. Вот оно что, Михалыч. Ну-ка, какой шанс выпадания? Наверное, один. Ага, еще и оп, две. Давай. Ну уже. Блять, не дал, сучка. Здесь точно будет. Вангую. Ну не подводи, блядь. Нет, объебали. Объебали меня. Ух, негодяи. Давай, 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 сейчас. Короче. Понимаешь, она может не сразу выпасть, а в конце может. То есть ты не знаешь, когда тебе прекратить, да, как бы. Ну, блин, все что ли? Лимит исчерпан? Алло. Может быть, они как-то отличаются, эти камни, все-таки? Не. Хорошо, надо просто починить кирку. Камешек. Дай соли. Блять, не да, это свинец. Вот морда, блин. А я иду уже соображаю, что же нам дальше, как предпринять, куда. Оказывается, вот. Сколько мы накрафтили? 6. Так, где мой дом? Это как Джо Байден, блядь. Оно забывает, там, где живет и что находится. Короче, нет, она выпадает, видимо, только в начале. Если она не выпадает в начале. Блять, она не выпадает вообще теперь. Сейчас тут все нахрен почищу. Ну блин, хорош, а? Ну может быть с какого-то боку подать. Может, не знаю, спеть тебе, станцевать, блин, алло. Не. Видимо, все. На этом участке земли, как бы все. Наши полномочия, как бы все. А, вот мой дом-то. Ладно. Это нам нужно, пока у нас деревяшечка. Это что у нас? Свинцы. А в свинце не выпадает она? Нет. Вот этот вот рубим последний. Ну пожалуйста, ну еще, ну одну, ну хотя бы, ну плиз. Ну пошли вы в пиз. Все, до свидания. А чё ты не идёшь-то? Давай быстро восстанавливайся. Ты опух, что ли? Негодяй, подлец, а? Давай, давай, давай. Нам домой пора, всё. У нас, видишь, какие тут это? К нам просто так не зайти, да-да. Смотри, там красный луч, да, по-моему, от неё. Кстати, вообще нету этих дропов. Они что, больше мне не хотят подарки присылать? Это же нечестно. Так, что у нас здесь? Понял. Понял, мы все тут сделали, прикинь. Класс. Так, теперь... Ну хотя теперь уже все, надо завязывать, заканчивать нам сегодня уже сколько. Ой, да, все. В общем, дико извиняюсь. То, что не получился у нас сегодня рейд. Так, мне какую-нибудь превьюшку будет сделать красивую. Что ты пишешь? ПВП. Блин, как ее активировать? Ребят, кто знает, напишите, пожалуйста. Или она здесь просто не нужна? Хотя нет, я видел здесь на серваке, у чувака было написано. ПВП, вот это вот, ах, это защита активна.
Так, какой бы нам сделать превьюшечку-то? Что нам сделать? Ну, красиво, на самом деле. Смотри, там вон еще мост какой-то. Блин, я про превьюху забыл, сука. Ладно, обойдемся обычной картинкой. Что-нибудь там вам нарисую хорошую. Все, валим домой. Ну, а на этом все, господа и дамы. Всем спасибо, всем удачи, всем хорошего настроения. Буду рад вас видеть на новых моих стримах, на новых моих видосах. Кто тут первый, будьте добры подписаться, мне будет приятно. Ну а также поставить лайкосик всем и написать коммент, что вы думаете по поводу этой игры. Ну если вам впадло, хотя бы смайлик пришлите. Я хоть буду видеть, что вы активничаете хоть как-то. Или пошлите, нет, не надо посылать. Пошлите весточку, что вы были. Ладно, всем спасибо, удачи, хорошего настроения. Всем пока, увидимся на новом видосе.